Приветики. Приветули. Привет. Соскучились, красотки мои. Порисуем сегодня. Некоторые решили, что предыдущие были дизайны какие-то сложные, там все такое. Решила вам показать вот такое дело, все простенькое, легкое. Надеюсь, вот это вам будет прям легко и просто. Да? Ну что, начнем. Привет, привет, девчулечки. Хорошие, сейчас вот так попробую сделать. Сейчас типсочку замотирую. Здравствуйте. Как у вас там делишки? Пилите, что ли, все? Нету у вас моментов для творчества, да? А то на некоторых ругаю, что ленивые жопы и все такое. Я тут сижу, что-то дизайны. Понравился вам, да? Я очень рада. Привет, Любаш, привет. Да, покажите тогда. Цвета от Юли вам понравились? Супер. Я сейчас делаю амбрешечку. Девчонки, достаточно простую, не супер там мега какую-то сложную. И возьму два оттеночка из коллекции как раз Natural Touch. Вот. Вот она красивая голографическая наклеечка. В Инстаграм выложила, да, отметьте меня, пожалуйста. А7 возьму. И вот такой вот красивущий цвет. Нежнятина тоже. Это у нас А01. А01. Хочу. Сегодня пришли, девчонки, я вам скажу честно. Типсы я еще убрала сейчас, типсы. Так как Дансики в отпуск там намылились, вот у нас пришла поставочка. Ну вот кто успеет что купить, тот и молодец. А потом будем все дружно ждать, пока ребята выйдут с отпуска, да. Вот, что мне понадобится, помимо вот этих двух гель-лаков. Я возьму топ. Топ у меня сегодня без липкого слоя. Это будет Нелика. Топ без липкого, потому что флекс, если честно, без липкого закончился. Амбрешки никак не получаются полосатые разными способами. Значит, вам нужно подобрать консистенцию. А, ты-то затарилась, да, молодец. Консистенцию гель-лака. Вот именно эти гель-лаки, они потрясающие. Консистенции вы сейчас сами все увидите. У меня один сделан по мокрому, один сделан по сухому. Но эти гель-лаки, они прям очень хорошо делают именно по сухому. Именно по сухому, да, то есть, ну да, то есть очень легко и быстро. Ну, давайте посмотрим сейчас, что сделаем сверху. У меня здесь сверху розовый, а здесь зеленый. Что будем делать сверху? Какой? Да, Юли, ну все получается. Ну, значит, просто нужно какую-то консистенцию найти. Я еще вот здесь вот втерла. Сейчас очень классные. Зеленый сверху, да, окей, все, договорились. Смотрите, сейчас дело такое, розовый сверху, зеленый. Ладно, оба не буду, чтобы ваше время тут тоже сильно не засорять, да. Мне сейчас очень сильно нравится именно всевозможные вот эти вот втирочки, затирочки, именно на светлых оттенках. Итак, я беру вот этот зелененький наш, но на самом деле более бледный, чем в камере. Может быть, у вас в камере тоже бледный, просто у меня экран немножечко ярчит. Вот. Гель-лаки укрывистые на тонкой основе, видно? Но... А, бомбанула вам WhatsApp. Откуда у вас мой WhatsApp вообще? Это прямо даже удивительно. Так, Юлина получается. Я беру сейчас вот амбрешечку. Ну, если нету амбрешечки, то вы берете Мане или из набора там. Вот это отдельная кисточка, да, амбре, которая гипноз заценила, да, Люб? И цепляю за край, видите, они никуда не текут, ничего. Так, это сейчас скажу, что это... А7, лайм, что-то там лайм. Груша более яркий.
Привет, Катюшенька, дорогая. И я цепляю за краешек и просто аккуратненько стягиваю вниз. Он сам там выравнивается, растирается. Волосня какая-то. То есть растирается вообще. За счет того, что он на тонкой основе, он будет растираться хорошо. Лучше, да. Ну вот манеха, она тоже отличная. То есть для каких-то гель-лаков больше мане, больше амбре. Ну вот техник амбре очень много. Я уже в перископе в старых трансляциях, которые, кстати, пропадают, да, показывала. То есть это вот, ну, один из простых способов. Я сейчас это отправлю на подфиксацию. Вот. Вытираю кисточку и снизу буду наносить розовенький цвет. Так, подфиксировались немножко. И нанесу снизу вот этот А1 розовый кварц. Он по липкости прекрасно втушевывается. То есть здесь никаких дополнительных даже ухищрений не нужно. Именно вот с этой коллекцией она какая-то волшебная. Причем ты можешь делать как нежнятину в этой коллекции, так и... Да. Еще раз анатомию, ну, пока не планировали, потому что это и так была уже запись, и так это уже было то, что просили. Просто сейчас перископ, он, зараза, чудит. И вот некоторые... И теперь наоборот. Видите, я руку не разворачиваю клиента, а сама растираю. Разворачиваю. А вот. Трансляции, конечно, делитесь. Кто вам не дает... Ну, достаточно легко, в середине еще не совершенно, да, это вот вторым слоем будет перекрываться, поэтому я спокойной душой отправляю. Вот, перископ сейчас плохой, товарищ. Покажите амбре с яркими цветами. Не могу вам сейчас это вот сделать, потому что у меня другая совсем тема, может быть, когда-нибудь покажу. Техник много. У нас с Юлей была трансляция платная по амбре и по вензелям и тонким линиям. Да? Не знаю, будем ли когда-нибудь повторять, потому что все-таки перископ он в последнее время подводит. Ну и об этом, ладно, уж история замалчивает. Не будем мы об этом говорить. Так, куда зеленый идет? А, вот он все нашла обратно. Теперь еще, вот видите, в серединочке у меня получается вот эта вот полосатость небольшая, это нормально. И следующим слоем я буду заходить на эту полосатость. То есть уплотняю, опускаюсь чуть-чуть пониже. Ну и, соответственно, розовым потом повыше поднимусь и сделаю то же самое. Это один из таких самых-самых простых методов по мокрому, ой, по сухому. Спасибо. Сейчас, блин, кисточку утираю. Неудобно положила себе вытирать всякие эти штуки. Но кисть, когда уже берет в себя много лишнего, надо обязательно вытирать. Здравствуйте. Так не пробовала, но это один из легких способов. Есть по мокрому, это вот один из способов работы по сухому, да, то есть я здесь не использую вспомогательные какие-то штуки просто для растирания, просто тупо растираю и все. Здесь важно, чтобы кисть у нас была параллельно ноготочку. Добрый вечер. Вот, значится. Сейчас подфиксирую, ну прям немножко, недолго фиксирую, чтобы тоже время не занимать, и на клиенте в принципе тоже. Контрастные оттеночки тоже можно делать, но опять же, вот, например, красный и зеленый по мокрому могут дать какую-то грязь в центре, да, то есть для них нужна... Тоже проблема с видео. Ну вот, кто нам написал, мы уже сказали, что нужно поделать, да, поэтому вы напишите, я вам расскажу, что можно с этим сделать. Что лучше? Нету лучше варианта. Здесь вариант именно как
наматываю салфетку небольшую, вытираю кисть. А, отличная идея, да. Девочки, все зависит от консистенции, понимаете? То есть, если гель-лак у нас очень по-мокрому, попробую по-сухому. Попробуйте, да. Черно-белый градиент по-мокрому. По-мокрому. Есть разные техники. Я говорю, если кому не лень, вы можете посмотреть у меня в предыдущих трансляциях. Ну, там и на ручках, но там тоже пастельками делаю. Я оставлю таким образом. Не буду сейчас там домудревать все это дело. Мне это не надо. Вот. Просушу и покрою топом и просушу без липкого. Свои ноготочки. Ну вот, у меня ноготочки уже отросли. Вот мой череп. Череп. Ну, у нас сейчас вот такие вот объемные стразы в металлической оправе. Разные черепушечки. Все есть тоже на сайте. Можете тоже их пропали, да, которые маме делала. Ну, вот видите, кто раньше встал, того и тапки. Что поделать? Вот видите, какие моменты. Очень жалко, что пропадают трансляции. Ну, я посмотрела, поудаляла такие ненужные трансляции, но много нужных оставила, поэтому, девчонки, вам советую попересматривать все. Вот. Еще раз вот так покажу вам свой сайт azarova-race.ru. Кому вдруг надо, заходите, там есть интернет-магазин. Искала, ну там есть еще, поищите другие, там Baby Boom есть, вот, azarova.studio, мой инстаграм, подписывайтесь, буду рада, кто не подписался, вот, спасибо. Так, итак, я сейчас просушила все это дело и покрою топом без липкого слоя. Это может, это любой гель-лаковый топ мне нужен, да, чтобы это все покрыть, вот, гель-лаковый топ. Если у вас есть флекси, не под камеру, не нашли, ищите получше. Жалко, жалко, что пропадают. Конечно, что-то может быть есть на моем канале на Ютубе, но не уверена. Какая-то волосня попала. Ну ладно. Пусть будет с волосней. Можно и вельветом, да. А что с перископом? Не зовет? Плохо видно? Кому не видно, девочки, вы закрывайте чат, где вы буквами пишете. Вы понимаете, что вы полэкранчика занимаете своими буквами. Втирки, да, я сейчас про это тоже скажу обязательно. Так, теперь я беру наборчик, который у нас называется. У меня магазин, да. Все с Юлиной продукции, кисти есть. 0,2 наборчик, который у нас называется органза. 7 баночек. Вот. Очень, это натуральные вот эти минералы. А вот, очень красивый. Есть атлас. Он более мелкий. А органза такими, как микрохлопушками. Их можно на липкий. Там очень круто. Ну, короче, с ними много чего можно делать. А вот. И я сейчас вотру сюда. Я даже не знаю, какой цвет. Золотистый, розовый. Прям какой втереть-то, ё-моё. Прям это... Тут вот вариантов там или он получается. Давайте вот какой-нибудь вот такой сейчас вотру. Ну вот, розовый. Ну, он какой-то розовый, есть розово-золотистый. Пусть будет розовый. То есть кисточкой. Ну, давайте вот сюда вот такой еще вотру. Террариум. Ничего себе, где-то вот копали прям. Как вам повезло-то, ё-моё. Все. И пальчиком. Они у меня, оказывается, есть. Ну, вот, Люб, да, ты понимаешь, вот это все лежит. А надо-то юзать, понимаете? Ой-ой, сори. То есть сейчас вот эти вот всякие там единороги и всякая хрень. У вас этого всего полно. Ну, затрите с одной стороны какой-нибудь один цвет, с другой другой. Будет вам счастье. Вот я сейчас еще мелкого. У меня отдельно в банке, в Дансах еще есть вот такие вот отдельные пигменты жемчужные. А вот есть в наборе, который называется «Атлас». И вот он чуть-чуть золотистый. Я его, чтобы он между этими хлопушками тоже лег. Сейчас я, подождите, а то на камеру не фокусируется.
пальцем тру и сухой салфеточкой немножечко вот так вот доделаю. Ну, то есть, чтобы там поблескивало и хорошо, да. Можно и без этого, естественно, но почему бы нет. На что втираю? Ни на что. Просто в топ без липкого слоя уже его перекрыла. Ну, конечно, я буду перекрывать потом дизайн просто топом, но вы должны помнить, что мы это делаем праймером торцы, базой тонко, да, флекси желательно. И после этого покрывать любым уже топом. Я сейчас банки закрою, то я тут нафиг все разолью. Номер отдельного пигмента. Сейчас, вот у меня здесь есть тоже несколько пигментов отдельных. Вот такой вот розовый, золотистый. Причем золотистого, по-моему, нету в наборе, но он мне очень понравился. Сейчас закрою крышкой. Они чуть-чуть другие. У Юли они такие более насыщенные, но тоже крутые. Так, вот этот золотой жемчуг так и называется. Блеск пудры золотой жемчуг. Вот. Голубой у меня есть. Обычный. Добренький вы, обычи, говорите. Вот этот голубой тут еще такой. Сейчас скажу, как он называется. Голубой жемчуг. Короче, все жемчуга. А этот... Ой-ой-ой, куда я столько валю? Ну, вообще, просто песня. А на камеру розовая, у меня золотой. Ну, такой розово-золотой. Ну, классный, короче. Таких нет, но они в наборе есть тоже в отдельной планшетке, а есть и отдельно. У нас они тоже продаются, они все не очень дорогие, поэтому, ну, не знаю, 0,6 или 0, или 90. Ну, как-то так. Вот. Дальше, девочки, я беру кисть, которая называется у нас волосок. Это кисть, сразу вам скажу, для, как я девочек иногда говорю, особо одаренных, которые, у которых прям, ну, капец какие проблемы с тонкими линиями. Вот берите волосок, да, то есть не надо с ним изобретать велосипед. Он, не знаю, сфокусируется или нет. Блин, ну, Танюська, я вам сейчас покажу для сравнения кисточку. Вот у меня есть две кисточки. Это самый тоже мой любимейший набор. Они у нас сейчас есть в наличии. И поэтому тоже, у кого их нет, советую. Это 12 номер. Тонкий завиток. Вот. 12. Здесь в наборе идут две кисточки. Одна называется вензель, одна называется страйпер. Ой-ой, сейчас. Вот. Вензель 10.0. Смотрите. Нереально крутая, я сегодня поработаю. И страйпер чуть-чуть подлиннее. Это не тот страйпер, который, знаете, такие совсем... Ага, посмотрите, да. То есть вот или, ну, не такие длиннющие, да. Вот. А волосок сейчас покажу. То есть с вензельной рядом он вот вообще. Видали? Спасибо. Бу-бу-бу. Вот, я беру сейчас именно волосочек. Волосок. И я сейчас смешала любимый Юлечкин замес. Это белые капли White Drops. И это Arctic White. Но они у меня рабочие, поэтому такие, да, чумовые просто. Волоска нет, а вот зря. Видите, он у меня там уже такой видавший виды, живет. Работает. Два волоса. Ну, у вас там вообще, так чую, всего по пятачку. Так, срочно нужно курить. Конечно, срочно. Итак, я смешала их вместе, чтобы у меня ничего там не растекалось, все было классненько. Вот, и теперь я сейчас сделаю в другую сторону. У меня здесь есть два варианта. Короче, все берут по два, да? Но они стоят того. Я сделала вот такие. Один в эту сторону, один вверх идет. И теперь в эту сторону сделаю. Я люблю, чтобы у меня были такие композиционные целые решения. Вот. Я беру свой вот этот замес. В чем плюс? В том, что вот я пропитываю кисточку. Она у меня чуть погнулась, но я с ней все равно буду работать. И потом ее поправлю.
Вот, протянула. И практически, ну, вот видите, она такая, блин, как что, вот, набралась, да, идеально тонюсенькая. И на кончик маленькую капельку цепляю. Блин, она такая малюсенькая, тут даже не знаю, как можно сфокусировать это, просто нет. Как поправите, в кипятке искупаю. Юля мне не разрешает так делать, а я делаю. Здравствуйте. Смотрите, я теперь сейчас под камеру попытаюсь это все. Нет, это не гель-лак, это Arctic White, смешанный с White Drops. Его можно не перекрывать, но я буду перекрывать, потому что у меня тут втирочка, да? На камеру какая-то фиолетовая, а в жизни золотистый с розовым. Вот здесь у меня будет центр моего цветочка. И я делаю простые лепестки, вот такие. Докоснулась и медленно протянула. Опять маленькую капельку набрала. В эту же точечку поставила, докоснулась, протянула. Мне сейчас не очень удобно, конечно, это под телефоном делать. Не могу кисть развернуть, чтобы совсем тонюсика была. Но мне сейчас это не очень надо. Второй лепесток. Смотрите, из этой же точечки поставила, веду, 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 веду. И не дохожу до конца, делаю вот такой вот лепесточек. То есть, короче, это вот как такие схематично, вот знаете, есть розы трафаретные, да, а в принципе можно в трафаретной технике отрисовать там и лотосы, и все что угодно. Следующий вот еще короче. И все у нас идет куда? В одну точку. Привет. Я сегодня без схем, потому что здесь такая примитивность. Я думаю, что даже вот, ну, все новички справятся. Не все же нам делать что-то сложное. Пригодится вам, как вы думаете, такое дело? Вот такой вот у нас трафаретный а-ля лотос получается. Вот. Теперь ему делаю попку. Привет, Леночек. Привет. Вот так вот у нас будет попка. Кругляш. То есть мы тут ни о какой правдоподобности не говорим, да? Сейчас для удобства поверну немножко себе. Да, это быстро, это быстро. Я просто сейчас более медленно показываю. Вот смотрите, у меня чуть-чуть со сгибом идет стебелек. Пригодится. Хотите-хотите Юлиных материалов. У меня их много, поэтому я все равно борюсь со своим хатюнчиком. Вот такой вот нарисовал, потому что я это буду заполнять потом, да, поэтому такой у меня будет стебелек. Дальше я отрисую, у меня вот такая более диагональная композиция, я люблю диагональные композиции, да, но это, в принципе, логично и правильно. Рисую как бы лист, который у нас там за лепестком начинается, где-то заканчивается. Вот так. Добрый. И теперь мне нужно еще поделить мою композицию на несколько участков. Вот, когда мы работаем с таким материалом пастообразным, который мы сделали, вот этот материал нужно не резко рисовать. Вот если резко, то может порваться линия, да? Тогда лучше просто гель-лаком это делать, чтобы, ну, он пожиже, или просто вайдропсом, да? Вот, потому что все-таки, если мы работаем с пастообразными элементами, то лучше работать более медленно. Вот от этой линии пущу. То есть у нас здесь такая и абстракция, и флористика. Ну, действительно, такие штуки легче всего рисовать, да и новичкам, и кто хочет быстрые какие-то дизайны получить. И вот смотрите, я делю наше пространство на несколько кусочек.
Ну, да. Вот. Мне, в принципе, сейчас этого достаточно. Мой дизайн еще будет дорабатываться. Вот посмотрите, какой классный переход вот в самом лотосе тут получился. Даже закрашивать его не очень хочется, но придется. Хотя, ой, прилипло. Красивейшее. Просушу нашу основу. Конечно, можно было бы там втереть в эту липкость. А давайте сделаем тоже. Почему нет? Я этого не делала. Ну, давайте тоже вотрем, а что нет? Вот видите как? Оно идеи приходит сразу. Я, знаете, когда работала вот на потоке с клиентами, я начинала утро с какого-нибудь одного дизайна. Ну, вот, например, прет меня сегодня на какой-то дизайн, а на следующем клиенте я меняла цвет и дополняла еще какими-то деталями. И в итоге к концу дня, там, например, четвертый, пятый клиент, и у меня получался абсолютно другой дизайн. Я прям вот себя развлекала таким образом. И думать не надо, и клиент тебе доверяет. Так, я возьму вот эту маленькую пудрочку. Ну, если у кого есть коллекция Атлас, то вы берете ее и выбираете там то, что вам хочется. Я сейчас от гель-лаков вот так вот уберу в сторонку. Тут практически нету липкости, да? Поэтому там затирается все вообще шик-модерн. Сейчас пальцем вот так вот. Да, и голова развивается. Ну, вот видите, там тоже будет поблескивать. Я не знаю, даже на камеру видно или нет, потому что белый он, конечно, подкушивает все это дело. Ну да ладно. Не так это и важно. Можно этого даже не делать, кстати. Вот. Дальше. Теперь мне нужно заполнить мои вот эти вот образовавшиеся окошки. Чем я буду заполнять? Беру какие-нибудь оттенки, которые из коллекции, да? Беру кисточку Вензель, она более точная. И вот эта кисточка, она уже будет держать на себе капельку, да? То есть, если у нас волосок слишком тонкая, она не такая вот, ну, как бы мягкая, гибкая, ей будет посложнее это сделать, то этой кистью будет все сделать легко. Я уже немножечко вот эти оттенки из коллекции Natural Touch, я в них добавила White Drops. Ну, тут, в принципе, видно, да, чтобы это все природнить немножко. И вот именно этими природнёнными, то есть разбелёнными немножечко гель-лаками я и буду работать. И начинаю какие-то ячеечки, то есть у меня внизу розовый, значит, я могу вверху добавить розовый, чтобы это все дело уравновесить. Я заполняю мои окошки, кисточка прекрасно это делает. У нас, видите, внутри будет и мерцающий, и совсем матовый, поэтому будет такое вот, ну, что-то вот дополняющее друг друга. Вот. Дальше возьму какой-нибудь. Блин, как под камерой-то, ё-моё. Неудобно это сделать. Ну ладно. Буду изобретать велосипед. Ну вот. Можно даже его сразу как бы такой микроградиент получается подрастереть. Сюда я заполню более темненьким оттенком. Я люблю вот такие вещи, на самом деле. Это, помните, раньше были техники эмаль на золоте, потом в объеме начали делать свитблюмы всевозможные, да, то есть все, ну, как бы давно изобретено, то есть я, ну, естественно, не претендую на какие-то там супер-пупер новинки, я просто делюсь с вами какой-то вот каким-то видением. Я уверена, что у нас волосочком рисовала. Я уверена, что у нас очень огромное количество мастеров, которые, ну, не знают, да, что это такое, эмаль на золоте или еще что-то. То есть новичков много, вот почему бы и нет. Вот здесь вот нижнюю часть заполняю вот этим рыженьким цветом. Я здесь не стала использовать совсем темные оттенки типа кора, ну, потому что совсем тут нежняха, а зачем нам, да? А верхнюю часть как раз могу вот этим розовеньким
позаполнять. Они так дружат друг с дружкой вообще. Ну, это можно только понять, попробовав, наверное. Кто девчонки из Воронежа, приходите в гости, пробуйте. Смотрите, можете посидеть вместе со мной, если что. Надо, наверное, да, обзорный сделать семинар по продукции. Что-то я давно не делала. Ну, может, сейчас съезжу к Юле. Придет потом мне идея какая-нибудь. Вот, оранжевый сделала, значит, надо еще его где-то добавить. То есть он не может быть у нас такой одинокий. Видно? Может, поближе сейчас? Секундочку. О, вот так. Так. Это ж такое наслаждение, знаете, поиграться. Я вот клиентке, двум последним своим клиенткам сделала лилии. Я им сделала попроще, когда я планирую в Питер. Вот сейчас мы ведем переговоры, девочки, по поводу Питера, в сентябре. Не знаю, как там организаторы согласятся или нет, поэтому если там все состыкуется, я вам все расскажу. А вот у меня точно пока планируется Нижний Новгород в конце сентября, да, поэтому кто хочет, тот, пожалуйста, там будет повышение 5 дней. И самое удивительное, что будет цена точно такая же, как в Воронеже. Поэтому, ну, я считаю, что вам больше повезло, чем моим даже воронежским девочкам, которые плачут, что я тут не веду курсы в последнее время. Зелененьким стебелечек, вот эту попочку заполняю, стебелек. Страйпером, ну, вы знаете, страйпер будет более толстенький. Я вам сейчас покажу, если вы, конечно, можете, можете даже и вот этим вензелем рисовать. Я вам сейчас еще раз смысл покажу. То есть, вот, например, страйпер. Если вы четко чувствуете кончик, то, конечно, рисуйте. Вот страйпер, вот волосок. В принципе, чего нет, если вы страйпером... Он же тоже в кончик собирается, да, совсем тоненький такой. Страйпер более упругий, поэтому... вот этот более такой пожестче волосок, и он сам тут вот, ну, прям ведет линию такую супер тонкую. Но это вот прям кому супер тонюськи нужны. Вот так вот, смотрите, у меня появилось зеленое такое темное пятно в виде моего стебля, и вот эту стеблю надо теперь дополнить чем-нибудь тоже. Вот сюда забью темненький, но я не могу весь его забить темненький, поэтому я куда-нибудь сверху пущу в растяжечку более светлый. Так вот, я клиентке сделала лилию, потратила на нее ровно 5 минут, то есть я с ней не ковырялась там, вырисовывая до идеала. Смысл был понятен, что это лилия. Ну и все. Цвет тени, милое дело. Вот, видите, таким градиентиком тоже микро пускаем. Прям класс. А это же можно все, если вот сверху топа сделать, посыпушечку сделать красивую. Ну, я люблю, конечно, это дело. Не знаю, как вы. Я фанат. Давайте-ка я вот сюда тоже зелени пущу. Фанат посыпушечек, в смысле. Купила себе тут для растирания акрила с блестючками такую ступку. Так, еще мне розовенького не хватает. Девочки, мы сейчас, кстати, открыли, кто воронежский или нет, не воронежский, открыли запись на курсы к Юле в Воронеже. И на радуге такие цветочки, точно. В Воронеж Юлечка приезжает к нам перед Интершармом, будет проводить инструкторские курсы. Ну, это вот почитайте в Инстаграме, да,
кто вдруг заинтересуется. И просто курсы по дизайну. Конечно, кисть есть, да, можно, да. Она отдельно продается, волосок. Она не в наборах. Она, ну, может быть, сейчас появились какие-то наборы, я что-то давно не смотрела, а так она отдельно. Вот этот вот набор, который вензельный, он тоже отдельно. Я его считаю одним из самых гениальных, наверное, произведений искусства. Поэтому, у кого его нету, я вас искренне жаль вас. Он стоит 400 с чем-то рублей, девчонки. Поэтому надо такой обязательно себе иметь. Все, меня погнало, позагнало просто вот добавлять всякие оттенки сюда. И мне надо остановиться. Юли с нами нету, и она бы меня пнула. Остановиться. Ладно. Буду сама себя пинать. Мини-витраж, да, согласна. То есть, ну, видите, никакой сложной техники нету. И мы сейчас дополним еще деталями. То есть сейчас мы накидали основное. Сейчас мы будем дополнять. Ну, естественно, потом стразики, если что, никто. Ай, Лена. Остановите, да, точно. Так, и теперь я возьму опять волосочек. Мой кривенький. Зато родименький. Буду им дорабатывать свой дизайн. Вот. Да-да-да, бегите, потом посмотрите. Последние доделываю элементы. Вот. Беру опять же волосок. Беру тонкую Танюську нашу. Опять на кисточку набираю, видно, нет, сейчас вот так, промакиваю всю кисточку и зачерпываю капелюху. И смотрите, поставила капельку, отпустила, вытянула в тоненькую. Может быть, конечно, жердяиной кажется на экране, но на самом деле прям тонюсенькая. Ну, там что-то увеличивает все это, да? Вот, то есть, ну, типа такие импровизированные тычинки. Даже вот так выйдет одна у меня куда-нибудь за пределы. Не видно. Возвращаюсь. Видно? Так. Вот так. То есть не все лепестки заделываю, а на каких-то ставлю тычинки. И теперь на каких-то элементах я тоже делаю такие же штучки. Не знаю, как их назвать. Тоже вот капельки не хватило. То есть они нам будут доигрывать всю композицию и создавать такую визуальную сложность, что ли. Будет казаться, что вот все очень такое объединенное, да? Здравствуйте. У нас тут нету деток. Ну, в плане бутончиков, да, потому что все-таки такая некая абстракция. Вот сюда на фон тоже выйду. Вот. Вот этот какой-то тут пень одинокий. Давайте ему тут парочку тоже сделаем. И вот сюда. То есть, когда дорабатываешь, ну, у кого-то это могут быть точки. Но я люблю вот. Если мы сделали такие не точки, да, а линии, значит, мы делаем вот эти линии. Можно и хвостики с них повытаскивать, ну, вот как в вензелях, да. Все, не буду больше это делать. Вот сюда еще один. И хоре. Вот. И отправляюсь в топку. Подфиксирую, сейчас топом покрою. Ну, девочки, вы не забывайте, если мы делаем на клиенте, если мы покрыли все-таки именно с пигментом поработали, да, то нужно торец праймером, потом
тонко базой покрыть. Базой можно покрывать кистью кавер, кистью амбре. Ну, прям вот, чтобы тонко-тонко было, да? Вот. И после этого уже любой топ. С липким, без липкого, какой хотите. Ну, здесь, конечно, подойдут сюда очень хорошо. Сейчас вам покажу. Сейчас, секундочку, топиком перекрою все это дело. Пересмотрите. Да. Сейчас я покрою, девочки, это неудобно под камерой. Покрываю просто топом сейчас. Как мастер начинает увлекать. Да, вы знаете, вот когда сидишь и увлекаешься, вот здесь и получается, что думаешь, блин, ну пойти к девчонкам, показать им тоже, может быть, кому-то пригодится, да, может быть, им будет интересно. Ну вот и все такое. Вот. Поэтому, что сказать, и делимся с вами всеми этими моментами. Я, и Юля, и Женя, и Аня, и все девочки, которые у Юли учились, да, я думаю, что вы на них уже подписались. И надеюсь, что они нас скоро порадуют выходом в Перископ еще. Вот, у меня третий товарищ сюда ходи. Вот такая композиция у меня. Тоже, видите, она вот идет отсюда, уходит сюда. То есть здесь можно вот сюда уже продлить, в эту сторону, то есть зеркально. Только для искусственных ногтей топ без липкого для геля. Сейчас существуют гель-лаковые топы без липкого. Вот. Поэтому, видимо, ваш инструктор не совсем в теме, что уже появилась куча, ну, как бы новиночек, который подходит и для геля, и для гель-лака. Не найду сейчас тразики, девчонки, под рукой, да, но вы меня поняли, что здесь подойдут мелкие-мелкие АБшки. Вот куда-нибудь вот сюда или пойти прилепить. Как вы думаете, что скажете? Прилепить АБшечек. Вот. Гель-лаки фирма Юлия Белейба, Dance Legend. Ну, давайте сейчас возьму свою там кошелку. Вот. Чтобы файбер базин торчали волосики после снятия липкой. Прекратить переворачивать руку и дать, ну, подождать, пока они осядут. Вот и все. Вот юбилей by Dance Legend. Вдохновленная Азарвой. Natural Touch. Это вот классно. Не набирается большой шарик акрила. Кисть не сухая, влажная. Потому что у вас, может быть, кисть не очень. Или еще что-то. Вы можете мне в личку написать, я вам расскажу. Но на самом деле... Сейчас, секундочку. Ой, а знаете, сюда очень классно пойдут, наверное, Crystal Pixie. Кисти у меня есть. Кисти хорошие для акрила, но это вот там в личку уже можем списаться. Так, ну что, давайте. Я сейчас поставлю на самом деле на топ, потому что это все-таки, да, у нас демонстрационный вариант. Вот. Сюда очень хорошо, кстати, пойдут Crystal Pixie мелкие. Вот. Сюда пойдут жемчужины. Вот такие. Давайте сейчас я прилеплюсь. Ходи сюда. Блин. Во. Вот. Вот такие. Да? То есть они сюда прям, мне кажется, в самый раз. Куда-нибудь. Давайте сюда ее и прилепим. Пусть у нас будут жемчуговые штуки. Да-да, я ее просто тут ловлю. Вот, жемчужинку. И по бокам какие-нибудь малышки поставим. Ну, можно АБшечки поставить. У меня тут есть... Ну, обыша-то маленькие. Да, можно Crystal Pixie посадить. Короче, тут можно сочинять. Не хочет отдельно садиться. Сейчас отдельно ее подцеплю. Вот они прям братья, акробатия. Иу-иу.
Ну ладно. Пикси, ну давайте на следующий посадим пикси. Давайте вот сюда куда-нибудь еще. И хватит. Кристалл пикси — это очень классная штука для дизайна. Ну давайте пиксики посажу. Они даже более нежные, думаю, будут смотреться. Не знаю, есть ли у нас сейчас фасованные маленькие, а так есть, чуть-чуть уже осталось именно таких больших баночках. Пиксики — это вещь. Убегаю. Да, вот именно правильно вы пишете, что это вот именно что миленько. Ну вот, пиксы, они будут такие прозрачные, мерцающие под разными углами. Более нежно. Я люблю на самом деле Crystal Pixie, но вот или вот в таком вот плане дополняющий не напряжно, потому что вот, например, мне кажется, что в данном случае Crystal Pixie выигрышнее, чем стразы. Они не будут отвлекать внимание от самого дизайна, да? Не то, что у меня тут отвлекает и сам по себе дизайн. То есть это вот что-то такое нежнявое. Давайте сейчас сравним. У нас будет с вами возможность сравнить. Вот. А сюда прилепим. Что мы сюда прилепим? А, тоже что-нибудь прилепим, да? Какой-нибудь розовый. Я люблю розовые стразы. Не знаю почему. Вообще розовый цвет для меня такой непростой, я бы так сказала. Ну, прям, чтобы сказать, я покрыла бы ногти розовым цветом, ну, это вряд ли. А вот розовые стразы обожаю. У меня клиентка, вот видите, розовая красопета. Пропустила, да, наверное, что-то, что вот там порешали. И вот как раз Crystal Pixie, они очень классно доигрывают всю нашу историю. Короче, кашу маслом не испортишь, да? Пойду в топку и сейчас с вами сравним варианты. Так, так, где крышка? А, вот она, пиксовая крышка. Любите все оттенки зеленого, ну, значит, нам по пути. Значит, вам обязательно нужно приобрести оттенки зеленого из коллекции как раз вот Юли Белей. Это вот такой вот розовый, да, вот так супер сложный, я даже не могу передать, какой-то вот он глубокий такой цвет. Это про зелененький из этой коллекции, я так, как это, пару слов о наболевшем, да, вот такой сложный цвет. Я прям не могу, кайфую, когда цвета сложные. Но это уже вот мечта ой, это да, это у меня по чуть-чуть. Вот такой песня. Дальше. Это все вот в одной коллекции. Вот такой зелененький. Сочняк прям. Сочняк. Мне завтра Олечка будет педикюр делать. И я, если честно, даже не знаю, что бы мне там, какой цвет выбрать. И вот такой. Просто огонь. Просто огонь. Вот. Беж вообще не сохнет, значит, у вас плохая лампа. Что же вам еще сказать? Вот такая вот у нас нежнявость получилась. В принципе, сюда подходит, я так думаю, как у нас вот так. Что здесь подходят все три варианта страз. Вот. Вам показать, что получится? Ну, хорошо, попробуем. Если получится. Видите, и с жемчужинками хорошо, и с АБшками, и только пиксики хорошо, нежняшка. Ой. И с розовым стразом тоже хорошо.
Да? Да, Сваровски. Ну, вот эта жемчужинка не Сваровски. Сваровски просто перламутровый. Вот, сфоткаю в Инстаграм, выложу. Что еще? Все. Подписывайтесь, смотрите, пробуйте, отмечайте меня. Буду очень рада, если вам было полезно. В Инстаграм сейчас скину, да, обязательно. Еще раз, какие мы кисти использовали. Это вензельная из 12-го набора кисточка. Это волосочек была у нас. Вот такая моя корявочка, но ничего страшного. Это у меня была амбрешка. Можно, в принципе, заменить манежкой. Белые капли с арктиком, да. Это были гель-лаки из новой коллекции Natural Touch А1. Дальше, где ты? А7. Вот. Ну, стразиков чуть-чуть. И набор органза для затирушек всяких разных. Вот она, набор органза. Ну и топ-нейлика сегодня я работала с ним. Я надеюсь, что никто не против. Если вы попробуете, я думаю, он вам тоже понравится. Вот. Спасибо, девочки, за внимание. Очень рада, что вы побыли со мной. Вот. Так что до встречи. Я рада, что вам понравилось. Давайте, пока-пока.